Единица, двойка, тройка. Надеюсь, меня слышно. Надеюсь, что все хорошо с изображением. Всем привет в этом чате. Апперкат, как обычно, самый первый. Лайза Гэнг, классика. Привет, Рейнджер. Привет, Блу Файрфокс. Мемзука, привет. Сайко Принц, Кэкенроу, всем привет. Фендер ТВ, это у нас турнир по Skullgirls, четвертый отборочный нашего большого турнира, большой серии. Васага 85, привет. Буквально еще минута подготовки к стриму, и я думаю, мы можем начинать. Для тех, кто не знает, наша серия турниров называется Skullgirls Slavic Battles. В ней могут участвовать все, кто из Западной Европы, кто из СНГ. То есть, по сути, вот все, кто рядышком с Россией живет. Призовой фонд у нас 30 тысяч рублей. И плюс еще донатами нам вон накинули $129. И 700 рублей — это наши, так сказать, местные донаты, грубо говоря, на Donation Alerts. А так мы основные донаты собираем через Мачерина, у нас там есть своя страница, и все выплаты тоже будут проводиться через сервис. А, точно, Cycle Prince, да, ночные посиделки, это с прошлого раза, как я играл. Давайте поменяем. Оп. Вот так. Отлично, спасибо большое. Вот. Это наша большая серия турниров. Всего 6 отборочных. Те, кто занимает высокие места, получают больше очков. И, грубо говоря, чем больше ваш результат за 3 любых отборочных, ну или за 2, или за 1, смотря сколько вы участвуете, столько в конечном итоге и у вас этих очков будет. И топ-16 людей с наибольшим количеством очков будут участвовать в финальном турнире, который у нас будет проходить в октябре, получается. У нас в августе будет раунд 5, и в сентябре раунд 6. Вот, как-то так. Давайте взглянем на таблицу участников. Я сейчас постараюсь ее вывести на экран, но с этим всегда какие-то проблемы. OBS очень странно показывает оверлей. Надо его так сделать. Ага, понятно. Опс. Это но в Firefox оно что-то слишком большое. Еще почему-то поверх оверлея. Вот так. Отлично. Это наши сегодняшние участники. Не сказать, что их сегодня много. У нас, к сожалению, все меньше и меньше участников на турнире. Хотя рекламировали его поначалу везде, где только угодно. Но даже игроки из Сербии, где есть несколько активных участников, которые играют в Skullgirls, на европейском сервере тусят, они почему-то не стали участвовать в нашей серии. Ну да, ладно. Так. Ну что, судя по всему, на этом придется закрывать чекин. Всего 6 участников. Это печально. Макс Дэмэдж, я,
Алан Паттон не принял приглашение, сэр Сквигли принял, Тор Пруссан не принял, Рейнджер, Блю Фаерфокс, Пич, к сожалению, участвовать не будет, судя по всему. И PX. Чем Skullgirls лучше, чем Guilty Gear? Это разные игры, и сравнивать их это странно. Ну, как бы, да и много общего в них. У них они обе хорошие игры, очень хорошие. Одни из лучших файтингов, что Skullgirls, что Guilty Gear, Accent Core Plus R. Exert, все, что до Plus R. Strive пока непонятно. Не, Rage не, мне кажется, не самое лучшее сравнение, хотя... Чем береза лучше дуба, например? Не знаю. Так. Мне сейчас должны дать один, надеюсь, хороший совет. Рейнджер недоволен сидом турнира, и я хочу узнать, как сделать лучше, как раз, чтобы не начинать сейчас турнир с нехорошим сидом. Давайте... Васага, да, Skullgirls и Guilty Gear в чем-то схожи. Топовых кидай в топ. Сейчас сделаем. Та-та-та-та-та-там. Топовых в топ. Та-та-та-та-та-та-та. А я дальше не помню, кто как по силам. Как бы так, наверное. Наверное, как-то так. Эти все равно не играют. Как-то так. Давайте мы чекин завершим, потому что он... Вот, вот у нас есть отличная сетка. PX Blue Firefox, MacDamage, Sir Squiggly. Ага. Окей. Мне кажется, такая сетка это... Но... Ну что, я думаю, на этом можно начинать турнир. Собственно, с файтами мы уже определились. Давайте на стрим пригласим PX Blue Firefox. Max Damage сможет отдельно отыграть с сэром Squiggly. И дальше у нас... Ага, сейчас я чуть подкорректирую. У нас сбилась сетка, и поэтому теперь вот это должно быть топ-8. Вот. В топ-8 мы здесь уже будем все смотреть. И вот здесь у нас тоже топ-8 начинается. О, готово. Время шрить Guild Wars. Чем заняться новичку в начале пути? Привет, Саня. Это вопрос довольно-таки объемный, но если очень вкратце на него ответить, просто играть, взять персонаж и играть за него. Если брать как бы в Skullgirls, есть у каждого персонажа очень хорошие кнопки. Вот буквально есть отличное видео у мистера Пэка. Так, сейчас давайте я отключу это окно в Firefox, где он запекок, такой прям отличный видеогайд делает, и он буквально там двумя нормалами, одним спешалом начинает играть и выигрывает, побеждает. И эти нормалы, эти спешалы, они вот как бы основа игры пекок, и у тебя как бы все лишнее отсекается. Ты знакомишься с этими нормалами, понимаешь, когда ими пользоваться, что они делают, какие там подводные камни есть. Потом ты к этим атакам добавляешь там еще что-нибудь. Это вот что касается там нормалов и нейтрала, допустим. Комбо, все говорят, там Skullgirls нужна там 50-хитовая комбо,
чтобы нанести урон, без комбо делать нечего. Нифига, в Skullgirls, блин, можно сделать пятиударочные комбо и нагибать по своего противника только так. Есть очень простые связки с очень простыми поинтами ресетов, то есть когда там противник не знает, что ты сейчас будешь делать вот во время этого комбо, там low, high, что-то сделаешь, противник не знает, ты в одной и той же точке ресет повторяешь до тех пор, пока противника не убил, хотя как бы ничего сверхъестественного, сложного ты не делаешь. Я могу поскидывать ссылки, можешь в Discord, да, зайти. Я сейчас дам ссылку, и потом меня пингануть, мистера Борса, ну или просто там в общем, в одном из каналов отписаться, и я тебе могу поскидывать всевозможные гайды. Ссылка... Приглашение. PX, привет. Киоко, привет. Сейчас я скину. Ссылка приглашения на наш Discord. Вот. У нас там есть отдельный канал с руководствами всевозможными, с помощью новичкам. И есть гайд в Steam. В принципе, можете даже просто зайти в Steam и в Skullgirls, и там будет геймплейный гайд. А, ты там уже есть? Вот. Я вместе с Рейнджером писал геймплейный гайд как раз для новичков, где там по порядку. Я надеюсь, что просто и доступно все объясняется. Я могу его как бы еще раз скинуть. Он, по-моему, у нас есть и в канале ресурсы. Где-нибудь должен быть. Да, он есть вот в самом первом сообщении. Ладно, меньше разговоров, я думаю, больше дела. Будем потихоньку переходить к непосредственным матчам. Я смотрю, там вроде Алан Паттон отписался. Он себя плохо чувствует, к сожалению. Только пришел домой, надо отдыхать, Алан Паттон. Надо отдыхать. А мы пока... Будем начинать играть. Давайте начинаем турнир PX против Blue Firefox. Сейчас я подниму лобби, приглашу их в игру. И начнем. О, чёрт, у меня микрофон отвалился. Сейчас. Небольшое ЧП. Микрофон устало не очень хорошо. Он решил отвалиться от стола, потому что я его давненько не подкручивал. Ну, вот так-то лучше. Ну что, поехали. Сейчас я всех оповещу в Дискорде. Lab, hello. Yeah, it's Slavic Battles time. Васага, я... Твой вопрос тоже не совсем... щит, они уже здесь. Твой вопрос тоже тогда не совсем понимаю. Он же вроде был, звучал как что лучше, Skullgirls и Guilty Gear. И ты спрашиваешь, почему выбор пал на Skullgirls? Я не совсем понимаю. Так, ну что. Все, вроде всех оповестил, все готовы. Ждем начала боя.
чем Skullgirls больше нравится. Мне и Guilty Gear Accent Core тоже очень нравится. Хоть я в него начал играть только с... Вот когда бета роллбека появился. Но в Skullgirls играю уже очень давно. Если вопрос, почему турнир по Skullgirls, потому что мы кому на Skullgirls? Уф, ну что, уже началось действие. Я смотрю Blue Fire Fox, классика. Blue Fire Fox с Беовулфом, Биг Бэдом и ПМЮ у него в команде. Интересно, интересно. BX Amy, Скугли и Элайза. Нажимает Элайзу в углу, словил хэд. И снова оверхед. Это больно. Убила. DC, конечно, зря делал. Я не думаю, что Фейк смогла бы его догнать, но ничего. Ничего. Сложно быть PX, особенно учитывая, что сейчас она лишится Элайзы. Но, зная PX, она камбэки может делать, в особенности за скиллер. Лои, хеллоу! Защитился от лоу. PBGT? Оп. Очень интересный альфа-каунтер был. Ох, все равно хватило неуязвимости. Интересно. Точнее, активных фреймов. Защитил спинвилл. Перелетает. Big Band кровоточит, захват. Пошло комбо. Бёрд бейт. Ох. Получила ударом. Уж блок. Надо как-то от пинвилл избавиться. Ой-ой-ой. К сожалению, этот супер после вспышки можно перебить чем-нибудь неуязвимым. Окей, еще шанс есть. Вот он. Окей, надо еще разогреться, я так понимаю, все. Господи, этот кроссандер, это было нечто. Скоргерс такой сплошь и рядом, но, блин, каждый раз стреляет. Окей, я говорю, PX просто так не сдается. О нет, не ожидал захват. Ай-яй-яй. Ничего страшного. 1-0 в пользу Blue Firefox. Если есть какие-то проблемы со звуком, может, музыка слишком громкая, да, крики, возгласы, вы тоже сообщайте, я все подкорректирую. Вроде бы должно быть все настроено, но каждый раз, когда стримишь, что-то идет не так. Джентльмен и леди, is time to fight! Был сразу так. Интересно, почему? И снова так. Лукарфу сразу же панишит их, что логично. Оверхед. У Беовульфа очень хорошая игра. Хай-лоу бросок. И, к сожалению, PX довольно-таки часто на нее попадается. Ай-яй-яй. Это может быть на твоей Лайзе. Американский ресет сойдет. Ох, очень интересно.
захват, есть захват. Будут управляться в угол. Посмотрим, что Пэйк сможет за... Ай-яй-яй, не затаймил бросок. Эдни новый персонаж, она в игре несколько месяцев. И за нее далеко еще не все знают, как играть. Звук нарезки видео с турниров громковат. Окей, понял, сделаю тише. Вряд ли его включать будет, но я понял. Достало да, пиком. Не помню, как у Guilty Gear он называется, у соло. Bandit Bringer? Не, Bandit Bringer это другой персонаж. Какой-то Bandit Revolver. О. Эдни во многом вдохновлена Guilty Gear'ом и Soul Bad Guy'ом в частности. Уф, почти красава был, хорошо защитилась, но... Отлично. Вот так хотел сделать ресет. Пытался парировать. Ой, нет. Так. Пытался все-таки на хай. Окей, что будет делать Пенье? Я понятия не имею, метров у него много, но будет очень больно. Окей, пока больно только Пенье. Захват, да? Снова решил сделать захват. Ох, не сможет конвертить далеко. У Пенвилл довольно-таки своеобразные конверты с ударов за буйра. О! Отлично, защитилась. Эни, придется Эни все вытаскивать. У Пенвилл 5 метров. Может прям сейчас все закончить. Увы. Два-ноль в пользу Blue Firefox. Довольно-таки уверенно себя чувствует, но мне кажется, по X надо просто немножко разогреться. Уф, да, было пара раз. Но ничего. В турнирах все волнуются. Избавиться от этого вряд ли получится. Неважно, ты там первый раз в турнире или 101-й. Всегда есть какой-то мандраж. Всегда сердце, руки потеют. Всегда что-то там чешется. Кажется, что руки как свинцом наливаются. Это нормально, и единственный вариант что-то с этим сделать, просто как можно чаще играть, участвовать в турнирах. Так, на этот раз раунд-старт нормальный, скажем так, без каких-то рисков. Захват, отлично, Бео отправляется в угол. Бросочек. Оверхед. Почему? Вот, скорее всего, турниры нельзя. Васага, да, я буду участвовать. Мой никнейм это Мистер Босс. Мертвый Вульф. Фаланкс, хеллоу. Оу, очень интересно. Очень-очень опасно. Ай-яй-яй-яй-яй. Каждый раз это работает. Ух ты, ничего себе, Blue Firefox оказывается не просто так. Ассист такой, упомянул. Картуш, свободу, хорошо картуш. Не смогла сконвертить, но ничего страшного. Ассист. Ассист Пигли помог. Отгребает. У Элайза сейчас будет 3 метра. Если захочет, добьет. Левел 3, сквикер. С хитбоксом все хорошо, не сказать, что он гарантированно работает, но он работает.
Все хорошо. Блок. Есть блок. Забанишит. Не смогла нормально забанишить. Открывай, открывай, это Лайза. Подхватил, подхватил. В угол. Хорошая защита. Ай-яй-яй-яй-яй. А это смерть, мне кажется. В целом, с Лосом все хорошо. 2-1. Пользуйся. Я с проводами там сильно не разбирался. Видать, уже дает о себе знать время. У меня сколько? 5 лет? Нет, поменьше, наверное, 4. Там кое-где провода отходят, я просто-напросто их скотчем закрепил, чтобы они не отваливались. И все, вроде пока нормально работает. Но хитбокс, конечно, он же падал несколько раз. Дочка у меня его подкидывала уже с трещинками. Но главное, что работает. Ну что? Будет камбэк? Будет. Ох, мне кажется, там мог быть Happy Birthday. Рискованно, рискованно был, конечно. Тегрин. И вот, Лайза поплатилась за него. Интересно, что Blue Firefox решил избавиться от Беовульфа. Как-то Фрикс не очень хорошо знает матчап с Фэнвилл. Окей, окей. Есть шанс, есть шанс. Фрикс может камбэк сделать. Тотали Фрикс, привет. Ох-ох-ох. Вифпаниш, отлично. Прям Street Fighter 5 у нас тут начинается. Окей, Биг Бэнд. Биг Бэнд — это персонаж, который может удалить просто любого вот, да, с одного удара. Окей, повезло, пока повезло. Мог дать спокойно супер. Не знаю, почему не сделал. Забыл. Может, неправильно. Ух, вот оно, вот оно, вот оно. Контрудар. Дизи еще даже не начал наполняться. Паниш. Окей, вот оно, вот оно, вот оно. Тратит метр, урон. 2-2. Камбэк, камбэк. Матчпоинт, впереди матчпоинт. Now message from propaganda minister. Blue Firefox, все нормально? Такое случается. Все делают ошибки. Особенно в турнирах. Мы все не роботы. Кушает во время боя. Йоу, Биг Тони, hello. Gentlemen and ladies, is a shot. Интересный раунд старт. О-оу. Окей, мультихит перебил броню. Броню Биг Бэнда. Захват, захват. Дамаг заскеленный. Много не получится нанести. Захват в ответку. Окей. Дропнул, дропнул комбо. Как так? Оверхед. Окей, хватит этого? Нет, нет, нет. Надо было делать супер в DHC. Окей, окей. Ай-яй-яй, PX не смогла, не смогла полностью добить Фитбенда. Много красного здоровья потихоньку восстанавливает. Окей,
Так. Бейкс очень уверенно добьет. Если, мне кажется, если нет, то потратит, да, добьет. Окей, Биг Бенда со счетов пока списывать рано. Что это Биг Бенд? Есть урон, есть 2 метра. Но нет защиты, нет защиты. Окей, бёрст. Сквигли худенькая, просто как-то между цимбалами затерялась и запанишила. 3-2. 3-2. В пользу BX. Хорошо, хорошо отыграли, хорошо отыграли. Blue Firefox, ничего страшного, у нас Double Elimination. Все еще впереди. 3-2. Итак, у нас уже сформировался топ-8. Рейнджер против PX, и я против Макс Дэмэджа. И мы будем сейчас уже стримить все матчи. Сейчас начнем стримить, собственно, топов, потому что нам больше некого стримить. Я думаю, я сейчас постримлю свои бои с Максом Дэмэдж, а PX пока пускай отдохнет после Blue Firefox, но ей предстоит потом сражаться с Рейнджером. Собственно, проигравшие падут в лузера и будут играть с Blue Firefox и с сэром Сквигли. Рейнджер, нет, мы не стримили матч Макса Дэмэджа и сэра Сквигли. Ну что, сейчас я все подготовлю, приглашу Макса, и можно будет начинать. Что, пора расчехлять хитбокс. У меня подключен, подключен. Все. Ждем Макса. Здесь, здесь. Отлично. Я, кстати, напоминаю, что у нас 30 или 31 числа, с датой мы еще определимся, намечается третий турнир против итальянцев. Италия против России. И все, кто хотят поучаствовать, могут записаться в табличку. Вы туда можете просто самостоятельно писать свое имя. Ой, я забыл переключить. А, поздно. О, щит. О, щит, я уже умираю. Окей, я живу. Ух, накопил на метр. Отлично. А, не хватило чаржа у меня на броне. Ну ладно. Словер оверхед. Ничего страшного, ничего страшного. Я не умею тэкать броски. Хотите меня убить? Мензука, думаю, можно. Ох, я не думал, что он так быстро в меня влезет. Надо было что-то делать. Ну, тегнуться я, наверное, не мог толком. Чайлд? Ух, зонинг. Пошел зонинг. А? Как? Что? Я что-то нажал?
Сейчас умру. Эх. Печалька, печалька. А, нет, слишком долго. Ай-яй-яй, нехорошо, нехорошо. 1-0 в пользу Макса. Так, сейчас я оверлей переключу. И можно будет продолжать. Кьёко, кстати, да, права насчет Blue Firefox, надо было волка оставлять. Не туда прыгнул. Попался. Надо убивать. What? Я не совсем понял, что произошло. Почему там снайпершот не попал? Это что? Что? Почему? Что происходит? Я не знаю, как я это дропаю, но вот. Ай-яй-яй. Не уйдешь. 30-го или 31-го? Да ладно, надо даже на такой высоте. Бэд. А, там был мой пушблок, но я не умею тут защищаться. Я, к сожалению, да ладно, не попал. Там можно как-то узнать по линии, которую она говорит, по реплике в смысле. Да ладно, захват. Что делать? А, не успел супер поражать. Это да. А, почему? Окей, окей, окей. Окей. Ну вы серьезно? Да. Вот о чем я говорю. Турнир, турнир. Мемзука, ты можешь, может, это с Бигтони попробовать поиграть на Wi-Fi? Чтобы, ну, я не против, в принципе. Time to fight! Да, походи. О, где мой ДП? Вы видели ж мой heavy kick? Должен был быть ДП. Что происходит? Пипец, я все дропаю. Эх. А.
Так у нас что-то произойдет. Захват, конечно, конечно, захват. Что делать? Мешать? Да, мне кажется, уже бесполезно мешать. Да. Вместо дроп. Это точно. Где бросок? Это реально какой-то мистер дроп. Я подозреваю, что это из-за... Да ладно. Ну ладно. Не все потеряно. Я один мистер дроп. Of course. Of course. Симфони не отреагировать? Ты имеешь в виду после вспышки? Нет, по-моему, по вспышке с ним уже ничего нельзя сделать. АКГ не знаю, но Грегор тоже, по-моему, вплотную после вспышки на него нельзя реагировать. А, мне там... Давайте бульон. Счетчик стоит. Да, я забыл. Счет 2-1 в мою пользу. Да, вот я сейчас пытался реверсал сделать. Ну конечно, мы куцы. Окей, окей. Добиваем. Потому что Тимфони, он условный реверсал, и он может трейдиться. Раньше проигрывал броскам. Если бы было можно, он бы не очень бы полезный был. Ну что, good games. Давайте я переключаю обратно, как обычно, все зафакапил. Но ничего страшного. Так, Мистопоус Макс Дэмэдж 3-1. Выставляю. Рейнджер против PX. Поднимаю лобби и приглашаю людей. Рейнджер будет кушать. Рейнджер у нас давно не появлялся. Вот, пришло его время. Остальные пока ждут. Все на месте.
интересно, какой командой будет Рейнджер играть. Я его очень давно не видел, очень давно с ним не играл. Скорее всего, как обычно, Валентайн, Белла и Фили. Наверное, даже в таком порядке. Или он, может, там возьмет кого-нибудь поэкзотичное. А, Рейнджер же играет за Парасоль теперь. Я не знаю, как бы он мейнит ее сейчас, или он просто как-то экспериментирует. This may sting a bit. А? У Рейнджера Энни? What the fuck? Я не видел у Рейнджера Энни. Это было очень рискованно. Я надеюсь, что это... Ох. Так, пошла Лайза отгибать. Тик-бросок. Пошел дамаг, кроссап. И смерть. Так, пару ресетов, еще угол. Две... Как называется? Шпицы. Два шпица. Дамаг большой. Снова тик-бросок. Рейджер любит. Пошел яд капать. Слишком худенькая для такого ресета. Шанс. Ах, ах, ах. Интересно, насколько безопасный пилот? Я вообще не в курсе кандидата. Вот он шанс. Минус 13 блок, окей. Буду знать, что можно это рефлектить после вспышки. Да. Спасибо, принц, за френдату. Я Энни вообще не знаю. О, хороший блок. Ты паниш. Добьет. Чуть-чуть не добил. Что делать? Рискованно. Пользу Рейнджера. Вчера, кстати, был большой турнир. Сейчас в Северной Америке, Канаде и Мексике, по-моему, это допущенные регионы. Там самый крупный, наверное, турнир по Skull Girls, может, если не считать Ива. Как же он называется? У него вечно название Skull Girls Championship Series. Очень крупный турнир. Топовые игроки из Америки, они там просто невероятные вещи вытворяют. И я думал, что, может быть, какой-нибудь анонсик будет, или хотя бы там покажут. СГ вылетел. Окей, UPX вылетел. СГ. Бывает. Всякое случается. В принципе, лобби осталось, можешь просто перезайти. Мы пока ждем, пока все это синхронизируется. Win, or Siberia is waiting. Break them. Annihilation. А, да, они уже здесь. Хорошо. Так вот, я надеялся, что покажу что-то по Umbrella, но, увы, ах, ничего не показали. Наверное, пока еще показывать нечего. В принципе, довольно-таки часто идут стримы от Future Club, от художников, которые рисуют, работают над Umbrella. Выглядит очень интересно. Я не знаю вообще, что из этого получится. Но интересно. Крэкнерок, вот теперь увидели. Господи, это был какой-то кроссап такой, нифига себе. Что-то новенькое, я такого не видел.
Рейнджер, наверное, на этот хотел, на Counter Super забейтить, но что-то пошло не так. О, Рейнджер прям пропускает атаку за атакой. Что делать? Захват, окей, 3 метра. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще захват. 3 метра, я не знаю, как от этого конвертить, но окей, конвертить можно. Минус Валентайн, уже хорошо, уже хорошо. Валентайн — это один из самых сильных персонажей Рейнджера. Вау. Фига себе. Такой бэкдэш, кроссандер, это было нечто. Куик разошлась, прям разошлась. Не сработал ДП. Еще захват. Рейнджер прям захват за захватом пропускает. Жаль, что Куик не всегда конвертит с них. Окей, окей, вот он шанс для Рейнджера. Как не очень хороший пиллер в нейтрале. Рейнджер хотел какую-то классику свою сделать с лайт-пиком, но... увы, я. Ух, как защитилось, как защитилось хорошо. Замедлилось прям ворк. Нет конверта и нет паниша. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Рейнджер по PBGC, наверное, пытался сделать. Кроссандер под Беллой. Окей, окей, это шанс, это шанс. Мне кажется, понадобится все равно еще один ресет. Вот он, вот он, вот он. Промазала, промазала себе кодом. О, Рейнджер не ожидал ротег. Ротег. Просто как Рейнджер пропустил это. Ничего себе. PX победил Рейнджера. 1-1 счет. Ничего себе. Это пог. Неужели Рейнджер стареет? Да. Ничего. Сейчас он разогреется. Вы подождите. Так, ну что, команды остались прежние. О-оу. Ух-ух, там мог быть очень хороший урон. Мне кажется, Рейнджер теперь будет играть поосторожнее. От нейтрала, да? Да. Зарядил, зарядил. Нет, нет, нет. Ух, мне кажется, это мертвая Энни маленькая. Маленькая, такая же, как и Сквигли. Не сработал, не сработал кроссапчик. О, пустил Рейнджер своих же кроссапов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нехорошо, нехорошо. Сквигли, что со Сквигли? Захват. Промазал, промазал. Окей, окей, Квикс идет в атаку. Загоняет Рейнджера в угол. Ох, вовремя, вовремя заблокировала. Хоть и Элайза хорошенько так отгребла, но ничего страшного, ничего страшного. Он уже восстанавливает здоровье. Главное ее вызывать поаккуратнее. Один метр есть. Рейнджеру не нужен метр, у него есть ассист для того, чтобы конвертить с Diamond Drop. Ай-яй-яй-яй-яй. Где-то здесь будет ресет, да. Подсечка. О-оу. Мне кажется, можно было и так. Так, не знаю, зачем он потратил метр. Это спокойно панишится просто броском. Рискованно, слишком рискованно. Рейнджер играет осторожнее. Шанс, шанс. Здоровья, конечно, совсем нету. Да. ДПМ, ДП ассист. Добивает. Просто решила зачерничать краушинг лайкиком PX и убьет Беллу. Но сложно, будет сложно. Ай.
Паниш? Не совсем паниш, но будем считать, что паниш. Захват, окей. Жаль, что Пикс, насколько я знаю, не знаю, как правильно комбить Элайзой, чтобы восстанавливать себе здоровье. У Элайзы добавили новую механику, у нее теперь на ее режим сегмента. Или сегмента, правильнее. Еще захват. Но не хватит, даже с... Вот там. Дропнуло. У рейнджера 4 метра, почти 5. Он мог бы кого-нибудь воскресить еще, да. Но в любом случае это уже убьет. Убьет Пикс. Пикс однозначно есть шанс победить. Вот. Чуть-чуть дропнула комбо и ай-яй-яй. А там можно было и дальше продолжать миксапы. Ничего страшного. 2-1 в пользу рейнджера. Но, как я сказал, PX, скорее всего, не знает новые комбо, где Элайза может отхиливать себе здоровье на режим сегмент. Теперь тратится здоровье за любые атаки, да и вообще, когда сегмент на поле, у Элайзы всегда тратится здоровье. Но зато, если она попадает по врагу, именно в хит, из него вываливается кровь из врага, Элайза может потом подбирать эту кровь. Ой, я опять забыл переключиться. Давайте так быстренько. Раз. Все, ничего не пропустили. Нейтрал немножко пропустили. Окей. Шанс. Валентайн... Всегда так сложно из воздуха выцепить, даже когда она в рекавере. О, да, это конвертится. Pillar of Creation, это, блин, нечто. Очень хороший ДП. Ух, Heavy Counter Hit, но не смог сконвертить. Не знаю, что сможет здесь Пикс сделать. Сложная ситуация. Надо переходить в атаку, но как это делать, пока не совсем понятно. Наказывает ассист немножко. Вот. Ах, не сможет достать. Ай-яй-яй-яй-яй. Зазонил рейнджер. Ганфлеймами. Ай-яй-яй-яй-яй. Бёрст. Так, что дальше? Отличный захват. Рейнджер явно не ожидал. Но, блин, это будет очень сложно. Вот он новый супер, вот она механика с кровью. Так. Отлично, Пикси неплохо так восстановила. И еще может. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Но каждая капля нужна. Дропнула комбо. Кибербуллинг, да, рейнджер это любит. Как это? Рейнджер, мне кажется, на таунт пытается забейтить. Я не знаю, что здесь будет Пикс делать, но шанс у нее есть, но 24 секунды. Восстанавливать здоровье. Кот! Желтый кот. 18 секунд. Пикс надо ресетить просто, я не знаю, пипец как. Что здесь большое количество здоровья, мне кажется, ее не спасет. Рейнджер может, да, просто убегать. Зря она его выпустила. Пикс сдается? Нет. Хилиться уже бесполезно. У рейнджера еще 5 метров. Но это значит, что сможет просто-напросто Валентайн сделать левел 5 и воскресить персонажа. Мне кажется, эта моральная победа была за PX и за рейнджером, но, увы, 3-1. Морально победила PX, на мой взгляд. Фух.
3-1. Итак, у нас уже есть топ-8 лузеров. Да, сформировались сетки. Это Max Damage и Blue Firefox и PX против Sir Squiggly. PX отдыхает, а Max Damage и Blue Firefox приглашаем на стрим. Да, точно. Был нотариал Уин. Народный чемпион. Кентавр, насчет котика. Это как такая шутка, пасхалка от разработчиков. Этот котик, по-моему, кто-то просто нарисовал, один из художников, программист Майк Зи решил просто вставить его вот как там 2% шанс во время одного из ударов. Сейчас, да, стримится все матчи. Ох, Зонин, Пикок Гейминг. У меня даже появилась идея, но этот мем уже устарел на год, наверное. Как-то есть там этот пенис мьюзик. Только здесь Пикок Гейминг, и получается Пикок там стоит за дверью и головой крутит, а танцует вот тот, кто против ее зонинга. Я не знаю, я попробую что-нибудь с этим сделать. Может быть. Так, ладно, пока я тут про всякие мемочки говорю, я смотрю, Blue Firefox смог все-таки добраться до Пикок. Я не знаю, зачем он это делает. Как бы, понятное дело, это урон. Там бёрстнуть можно было спокойно. Шикарно, шикарно заблокировал ротеги. Надо с ними справляться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Брас ассист, это больно. Так, пинвилл. Я не знаю, сможет ли Кроссандр. Господи, я так люблю вот эти Скалгерс дэши под персонажами. Ударит? Нет. Чуть-чуть нога Элайза не попала под мясорубку. Да ладно, да ладно. Достал, все-таки достал. Главное не дропать комбо. Запенлил, да, дропать комбо — это нормально. А у нее очень странный комбо, так сказать. Гоу-бум. Ну, теперь кто под бомбу? Отступает. Это много чип-дамага. Просто так не пролететь. Пытается. Есть урон. Есть шанс. Давай, Фокс. Не хватит все равно метра, чтобы. Эх. Лучше супером не заканчивать, потому что он носит меньше урона, чем супер на земле. Пейнвилл. Эх. 1-0 в пользу Максу. Под конец разыгрался. Blue Firefox, посмотрим, что будет дальше. Ты не выдержал тайминг. Это супер, да, бывает. Вифейт после буеров в воздухе. Там надо просто вручную тайминг выжидать, а не сразу канцелить. И тогда норм. Такое случается. Ну, хороший блок. Защитился от просапа. Есть. Теперь нельзя пиков вообще выпускать. Я опять забыл переключить оверлей. Давайте. Только кто-нибудь кого-нибудь убьет.
Я не знаю, когда это произойдет. Я прекращу Waterway. Ох, можно было. Щит. Да, этот супер очень быстро рекаврится. Так, вот он шанс, вот он шанс. Агу, есть 3 метра. 3 уровня хайпа, хотел сказать. Так, так, готово. Давайте быстренько, быстренько, быстренько. Там уже все происходит. О, точно. Давай, Firefox. Ай-яй-яй, дропну, дропну, дропну. Вот теперь, теперь, да. Ай-яй-яй. Только хотел сказать, умирать только не надо. Вы, ах. Очередь пикок. Аргус. Больно, больно. А? Почему это запанишило? Он пытался спарировать, что ли? Ох, 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 все, пошел какой-то замес непонятный. Есть, убил, убил. Опасно, опасно, опасно. О, да, о, да. О, ожидаемо, ожидаемое ДПА. Двухрок спался на него. Защитился от миксапа. О, ничего страшного. Стоп! Пенвилл тоже попался под удар. Firefox, как так? Как так? Победа была почти в кармане. Ничего, ничего. Есть шанс на камбэк. Пожалуйста, как лев. Бэнд делал то, что делает бэнд лучше всего. Мэшит ДП и мэшит супер. Как бы держи это в голове и... адаптируйся. Давай, все, все можно сделать. Хорошо, хорошо. Инвулом под бомбочками всеми проскочил, окей. Попался на лоу. Отличные локи было. Агу. Ай-яй-яй, не дотянул, чуть-чуть не дотянул. Долой пикок, удалите ее. Удалил. Еще агу, себе метр. Все хорошо, все хорошо. О-оу. Нормально, нормально. Он не смог, не смог ничего сделать. Все под контролем. Уже не совсем все под контролем. Правильно, правильно заблокировал. Чуть-чуть не дотянулся. Правильно, подсечка его. Фу, шикарно, шикарно. Второй хит. Чуть-чуть не дотянул. Я говорю. Ожидайте ДП только так. Попался, попался. Прилетел прям в синхроне. Так, вылазит 3 метра. Аккуратно, аккуратно. Ох, Макс там мэшит, Макс мэшит. Макс любит мэшить. Уронил. Очень-очень рискованный, конечно, был бросок. Пикс, это новая штука. Это классический Кроссандер с сегментом. В основе всем много здоровья, да. Рискованно, рискованно. Надо было делать левел 1 и сменяться в пенвилл. Мисс Инпут, кстати, возможно, это был. Такое бывает. Макс, Макс, парирование пытается сделать, мне кажется. Ай-яй-яй. Левел. Да, да. И еще дальше комбо сможет продолжить. А,
потратил тяжи. Окей. Оверхед, так. Словил оверхед. Мне кажется, это все. Да. Три ноль. Yes, I am rich. We are done here. Но сражался прям до последнего. Хорошо отыграл. Эх, жалко. Жалко, конечно. Но матчи были шикарные. Я болел за себя, я уверен, за тебя многие болели. Но счет 3-0. Не в этот раз. Ничего, у нас впереди еще два раунда, еще финалы. Сыграл хорошо. Ну, Макса тоже поздравляем. Смог все фишечки Пенда показать нам. В полном размере. Посмотрим, что будет дальше. Макс проходит дальше. Следующий PX и сэр Сквигли. Огромный. Сейчас я приглашу. PX и Сквигель. Залетайте в лобби. Огромный респект Сквигелю. Он играет очень давно. Он у нас в коммуне очень давно. И он всегда старается участвовать в турнирах. Подруга солится в поединке. Да. Всегда старается участвовать в турнирах. Даже вот, как бы зная, что шансов на победу мало, но все равно участвует уже долго. Это здорово. Большой респект. Посмотрим. Сэр Сквигли обычно играет на соло Сквигли. Возможно, что-то и поменялось. Шансы, мне кажется, у него есть пройти дальше. Однозначно есть. Давайте посмотрим. Особенно, если он будет за соло. За соло это пара ресетов и противник мертв. Ага, соло против соло. Немножко другие правила. Дамаг рассчитывается. Сейчас я поменяю надписи. Вот, ответка прилетела с Распиди. Не знаю, был ли это американский сет, но вообще это реально. Ай-яй-яй, чуть-чуть до кик не достал. Теперь отгибает за это. О, интересно. Неужели из ресетов с роллингом Энни можно просто джебнуть? О нет, это наказуемо. За Сквигри лучше использовать лайтовые дефтики, если хочется пресс противника. Окей. Не совсем вровень идут, у PX аж 3 метра. Что интересно, что PX, что Рейнджер не использовали новенький инстол. Энни. У Энни есть механика, которая несколько раз менялась, но туда суть одна. Она условно трансформироваться в магическую девочку, и все ее атаки носят дополнительный урон. Там как бы не совсем дополнительный урон, там вылетают проектили из всех ее атак. Она может превратиться в как бы прям зонера полноценного, просто атакуя своими нормами. И цена этому — это метр. И вот я смотрю, у Эни сейчас 5 метров. Интересно, будет на что-то их тратить. Я думаю, мы скоро узнаем. Захват нет, не будет шансов потратить. 1-0 в пользу Сэра Сквигли. Now message from propaganda minister.
Оу, щит, нам в Дискорд Мемзука вернулась, ничего себе. Powers of makeup for minutes in action. Do not fail me. Break them. Это здорово. Так, Wrecking Rope. Если хороший нет, но на Wi-Fi, можно ли попытать удачу на следующих турнирах? Ну, в правилах написано, что Wi-Fi запрещен, но на самом деле, мне кажется, этим правилом можно и пренебречь. Я думаю, я его тихонечко удалю, пока никто не знает. Потому что, ну, банально, движения турниры оказались не настолько, скажем так, популярными, исследованными, как хотелось бы. И на самом деле мне не совсем понятно, почему. Если даже призовой фонд там, который сейчас уже сколько там? Оу, вот он, вот он. $500 почти. Ага, понятно. Господи, что происходит? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Как это работает? Пипец, просто удалили шкалу здоровья у спинки. Сквиглик будет на пикселе побеждать, да? Реально или нет? Щет, мне кажется, да. Нет. Уже нет. Один-один. Да, рассчитываю на то, что деньги и то, что серия турниров растянута на полгода, то есть у всех там можно будет, у всех будет время подготовиться, что это как-то подстегнет людей, собственно, играть. Потому что приз очень хороший, времени дофига, но, увы, ах, вот у нас сейчас 6 человек. Как бы печально. Так что, я думаю, даже если Wi-Fi, ничего страшного. В принципе, время отыграться и попасть в топ-16 еще есть. А почему, кстати, на Wi-Fi? Возможности провести кабель нет? Так, я видел, там Сэр Сквигли снова собирался. Лайт панч. Что-то сделать из ресета Фэнни, но не получилось. Отступает в X. Не знаю, почему отступает. Просто от защиты играет. Это второй раз уже за игру. Какой-то нормал. Энни Сквигли перебивает с другой стороны. Жаль, что возможности нет. Ты там в общежитии живешь? Или... Блин, да офигеть урон. Просто офигеть какой урон. Уф. Уже и все закончилось. 2-1. Окей, окей. Ну, на соло Фуку и на соло Церебелли, мне кажется, у тебя побольше были бы шансы там стать лучшим и разматывать всех. Но соло Беовульф на самом деле, мне кажется, такая вещь, которую никто не ожидает. Я, например, не знаю людей, которые бы играли на соло Беовульф. По крайней мере, вспомнить никого не могу. Так что, да, почему бы и нет. Беовульф прикольный.
Так, ну что, BX. Выгребай, выгребается из пыли. Рейн Блад разве на соло играет? Я помню, что у него габут, что у него кто-то есть в команде. Мне кажется, там супер можно было сделать, но да. Соло бел. Понятно. Я его давно, кстати, на сервере не видел. Многих на самом деле на сервере сейчас не увидеть, к сожалению. Но... подумаем, что с этим можно сделать. Я, в принципе, рад, что Дюка вернулась. Йоко хотя бы в чатах тоже присутствует. Ну, в принципе, всех тех, кто участвует в турнире. Мне всегда интересно, кто это кричит. Это она сама так? Go Winnie, типа. Я почему-то всегда думал, что это Сейган, но это не Сейган. А нет, стоп, он может разговаривать. Точно, я же сюжетку проходил, он может разговаривать. Эх, ну ладно. 3-1. PX проходит дальше, сэр Сквигель, к сожалению, выбывает из турнира. Но все равно здорово отыграл. PX даже победил один раз. Очень-очень здорово. Большое за это спасибо. Так, что у нас дальше? У нас одна пара в сетке победителей, одна пара в сетке лузеров. Я сейчас буду играть против рейнджера, не знаю, что из этого получится. И у нас в лузерах Max Damage и PX. Может, это Эрин? Не уверен. Не уверен. Так, давайте я все подготовлю. Так, и приглашу рейнджера сюда. Давайте я заранее переключу оверлей. И можно будет начинать. Все, поехали. Не знаю, как много я теперь буду дропать. Посмотрим. Дропы обеспечены, у меня небольшая задержка в инпутах есть, потому что я играю в Borderless full screen, чтобы чат сразу читать. Но, как бы, что поделать. Возможно, стрим еще дает какую-то задержечку. Потому что какой-то дискомфорт есть. Но, в целом, пофиг. Savage Bypass. Napalm Pyro. Блин, рейнджер взял парасольку. Я за парасольку играю сколько уже, лет 8. Рейнджер ее за месяц, наверное, выучил. Что за лаги? Что за лаги? Что за лаги? Где мой лаг-панч? Где лаг-панч? Вот где он был? Почему он так поздно? А мне пофиг. А мне пофиг. А мне пофиг. А мне пофиг. Я рисковать не буду. Фу.
Сейчас я счет. Опа. Блин, а я еще эти неправильно. Вот так. Yeah, Ranger has been playing Parasol and Valentine for quite some time. And Valentine is что? Is his main. А, что? Почему? А, почему? Я блок нажимал. Почему? Надеюсь, мне объяснить, почему это нельзя заблокировать. Можно ведь во время дэш блок жать, для того, что не надо даже... Ничего для этого не надо. Я не знаю, с какой-то стороны. Но мне вот. Так, дэш кэншлится спокойно. А? Окей. Свойства меняются на бэкдэш, what the fuck? А, да ладно. Я думал, там нормально все будет. Пришло время умирать. Сколько там у него метров? Много метров. А, я еще жив, прикольно. Ну да, я не знаю, зачем это сделал. Надо было просто в защиту уходить. Ладно. Один-один. Сейчас я проверю дашборд. Та-та-та-дам. Готово. Это... тупо. Я не знал, что дэш превратить. Я как бы специально такой, ну и да мне пофиг, я блок сейчас нажму и вообще пофиг. Что делать? Там должен был быть ДП, но я не хотел чарджа, мне кажется. What the fuck с какой-то стороны? Я с минусом. Я не умею панишить. Major surgery. Просто добьем. Я не знаю, как он панишится. А, я специально не стал ни во что отменять, потому что... Я думал, мне хватит. What? Она разворачивается после этого? Я этого не знал. Я не следил, что происходит. Я смотрел на здоровье. Я жал. Я, короче, отвлекаюсь. Вот так. Зачем я этот наполшат сделал?
А, я пытался бы блок сделать. А у меня нет ничего, у меня ничего нету. What? Окей, пока живем. Он знает. Пипец. Пипец. 2-1. Поехали. Again! Egress, dispatch. Win, or Siberia is waiting. Мне страшно. What the fuck? Почему это не сатиджидалось? Я знал, что там надо было что-то неуязвимое делать. Я не знаю, почему я не сделал. Что делать? Я не знаю, с какой стороны это блокировать. Вау. Окей, он знал. Он знал. Я так и знал, что надо было подпрыгнуть. Но ладно, ну ладно. А, я думал, я там впервые буду, ну ладно. What? Nah. Wow, почему он не сработал? Вот так, пак. Почему я в него не попал? Эх. Что делать? Ну ничего уже. Окей, у меня 2 метра. То есть при желании, если мне... О, нет. О, нет, сколько у него метра? Ему даже не понадобится... What? Блин. Я был уверен, что там по мне не попадет. 2-2, окей, окей. Я не знаю, как по мне там плак попал. Ну ладно. Again, another! Ranger is nuts. He's like best of the best. Gentlemen and ladies, is the shot! Опять. Я не думал, что он это сделает. Я опять не смог добить. Там, блин, добить проще простого. А-а-а.
А где байк? Я специально это сделал. Но я хотел в байке отменить, потому что я знаю, что можно после этих фреймов отменить в байке. А вот здесь, теперь ДП у меня не получился. Ай-ай-ай. Эй. Он знал. Вот как что мне с этим делать? Вот как мне от этого? Боже, это дальше комбится. Окей. Что делать? Вот так. Фак. Все, рейнджер разыгрался. Я мертвый. Сколько у меня там мертвых? Эх, так хорошо все начиналось. Окей. Glad for sad loser. Все, GG's. Было весело. Надо больше с Стрэнджером играть, потому что я не знаю, что с ним делать. Так, ну что? Что у нас дальше? Рейнджер проходит в финал, я отправляюсь в лузера и буду играть либо с Max Damage, либо с PX, которых мы сейчас, кстати, и пригласим. Давайте я только перезайду. Вот так. Yeah, it was a good set. Все, Max Damage и PX могут присоединяться. Я, кстати, в очередной раз забыл про ставки. Ну ладно, уже сегодня без ставок тогда будем. Yes, I am rich. Do not blink. Ну что, зонинг. Я не знаю, насколько хорошо PX сможет справляться с зонингом. Это тяжко. Ну, есть хотя бы, да, бронированный сегмент. Вот-вот-вот. PX играет за дуо против трио. Урон у нее большой, поэтому если она все-таки будет добираться до Макса, то это будет больно. Так. Ай-яй-яй, оверхед. 3 метра, еще ресет. Отличный панч. Элайзе надо восстанавливать здоровье. Ой-ой-ой. Каждый раз. Тратит здоровье. И да, подсечкой пробивает Элайзу. Не знаю, что сможет сделать Спидля. Ох,
это смерть. Сожалею. Даже супер не понадобился. Player 2 is best! 1-0 в пользу Макса. Посмотрим, сможет ли PX на этот раз стартироваться. Красава. С телепортом. Прям как Галсон в Street Fighter. Тяжко, тяжко, тяжко. Почти, почти. Выпнула, выпнула, все. Прям выждала PX. Задоджила все бомбочки. Попался на лоу, попался на лоу. Дроп, дроп комбо, еще лоу. Окей, вот он шанс добиться. Даже если... решила не тратить метр, рискнуть. Макс явно не ожидал. О, да. Есть захват, окей. Главное тебе не отпускать Макса и ожидать какие-нибудь ДП. Да, да, отлично ожидала. Тратить все свои левелы. Чуть-чуть не запанишь, чуть-чуть не запанишь, Пикс, как так. Попытается на лоу, ой-ой-ой, это может быть очень больно. О нет, два персонажа. Это смерть, это смерть. Выпустила Элайза. Не знаю, чем это закончится. Для PX. Вроде так хорошо все начиналось, что в этом раунде, что в прошлом. Что? Ждем очередной камбэк от PX. Are you ready? For over a decade. There is much shame in losing. Go! Так, PX прежняя команда. Оп, можно было запанишить пикок, но PX просто чуть-чуть не достало. Вот, конец нейтралу. А нет, PX. Задело обеих. Большой дамаг. Контрхит. Это будет сложно. Ротек, Макс Лемеш не накапливает, не наказывает. Снова бомба. Что же делать? Что делать с бомбой? Он сейчас Биг Бен взорвется. Третье здоровье решил, все окей. Он сейчас спокойно все восстановит. Надо, да, поскорее добивать надо пикок. Есть. Почти полный шпан здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки заблокировал. Неужели добьет? Да. Слайз. Даунт. О нет. Нехорошо. Тимфани решает просто потратить метр. Загнал в угол. Неплохо, хороший урон. Берстбейт не прошел. Успел маг подхватить. 3-0.
в Уриах камбэка от Пикс не будет. К сожалению, она вылетает из турнира. Макс проходит дальше. Но игры хорошие были. Хорошо сыграли. Жаль, конечно, жаль. Но чё, ничего страшного. Да, со всеми бывает. Спокойной ночи. Да, у тебя там сколько уже? 10, правильно? Нет, стоп, это от Москвы. Если от Москвы, то уже полночь. Надо спать, да. Надо спать. Ну да, да. Это ж у меня калининградское время. Ну что, Макс, залетай по той же ссылке ко мне. Я могу тебя еще раз пингануть для профилактики. Но мы с тобой следующие. Очень тяжелый финал. Что для меня, что для Макса. Независимо от того, кто из нас победит. Кто-то будет сражаться дальше с Рейнджером. И суть в том, что Рейнджера нужно будет победить дважды, так как мы лузера, согласно правилам формата Double Elimination. Если лузер в гранд-финале побеждает победителя, то у лузера, точнее, у виннера еще есть один шанс. Надо заткнуться и начать играть. Я уже столько здоровья. Не-не-не. Ну а давайте посмеемся. 20 вольвы дамаг. Мог бы не вливать, но... О, мне очень повезло, я опять дропнул. Нет, никаких парирований. Это не совсем то, что я хотел. Ну ладно. Окей, страдать как страдать. Что, левел 3 какой-нибудь еще сделать? Хотя бы... А, где мое комбо? Что? Окей, окей, окей. Все под контролем. На таком расстоянии у людей что, увеличили? Есть, есть, есть. Окей, Биг Бенд. Что делать с Биг Бендом? Прям в него прыгнул. Я думал, он какой-нибудь цимбал сделает. Я блокирую. Все окей, я блокирую. Ты играешь против Биг Бенда, надо блокировать. А, не успел счет поменять. Вот так, так. Так, все, все успел. Ну что, Сибирия? А? А, я думал, до меня не достанет эта бомбочка. Ауч. О, о.
Давайте сменимся. К сожалению, это так не работает. Не хватило брони. Да, ничего страшного, пока что. Конечно, захват, который не имеет тактики. Я опять ждал захват. Что делать? Ничего. Так, у него 4 метра. Это очень больно. Окей. Блин, вот там как-то можно на какой-то высоте, чтобы это не срабатывало. Наверное, мне надо просто... Да. Да. Что делать? У меня нет чарджа. Я лучше снайпершу туда. Где мой захват? Ну ладно. Все. 1-1. I am rich. A winner is you. Again, another. Do not blink. Так. Что делать? А, не смог сконвертить. Где ассист? Где ассист? Блин, он по марсианину достал. А? Гоу. Гоу, Кэмил, гоу. Пять не заблокировал. Что делать? Что делать? Опять я все зафакапил. Вообще все зафакапил, но... Как-то... Там должен был быть... PVGC. А? О нет, 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 нет. Что делать? Восстанавливать здоровье. А, я думал, я перебью его. Окей, окей, окей. Кто у меня там? Просолька. Все, добил. Все окей. Again. Что делать? Я всегда так говорил раньше. Так.
Побеждать, вот что делать. А, PGC, где мой PGC? Что, еще это ТП дать? Не знаю. Он знаешь, мне надо воздух пересесть. Я думал, это Кроссандер будет. Это не был Кроссандер. Да ладно, да ладно. What the fuck? Что это было? Как я это сделал? Что это было за волшебное? А пофиг. А пофиг. А? Нет, пофиг. Пофиг, пофиг, пофиг. Ааа! Нахуй! Fuck you. Я сделал так, я сделал так. Нет, только не это, только не это, только не это. Только это, только это. Редин. Good games. Было весело. Я на самом деле, не знаю, каким-то рандомом победил. У Макса были все шансы. Ну, просто, когда я играю в Zupinville, слишком много рандомов встречается. Да, материться плохо. Так, ну что? Получается. Я выхожу в финалы против рейнджера. И это значит, что пришло время страдать. Сейчас я все подготовлю, приглашу рейнджера. Ага, я еще не переключил. Ну там не реверсал был, там... Наоборот. Все так было рассчитано, что он начнет какой-нибудь зонинг делать, а я левел 3, хоть у меня там здоровье всего ничего оставалось, но я понадеялся, что я все-таки проскочу через все бомбы. И, в принципе, так и получилось. Текс, где там рейнджер? Я вроде готов. Все, Grand Finals. Мне кажется, Рейнджер уже все разогрелся и 3-0 вполне вероятно. Так, что он там еще? Цвета себе выбирает? Savage Bypass. Что дальше? Пиллар? Пиллар. Целикоптер? Lock and load. Окей. Окей. Ну что, поехали. Джентльмен. Да ладно. Шло время умирать. Я не буду реверсал делать. О, пилор? Там было время для пилора. А вот здесь надо было реверсал жать. Он знает, что я не умею броски текать. Научите броски текать. Вот здесь я прям нажал, я прям... Но поздно.
Можно научиться броски тегать? Он теперь, конечно, будет вступать, потому что за ним тут не угнаться. А, что делать? Да, у меня нет вариантов. Что делать? Сколько у меня метров? 4? Капец, комбо все еще продолжается. Окей. Ой, ну все, я смерть. Да ладно. Блин, Реджи такой крутой, когда играет за... Все, рандомом замиксатели, но мне это не спасет, у меня здоровья нет. Ну, я хотя бы убью. Блокировал, но в принципе меня бы это не спасло, потому что просто не спасло, у меня здоровья нет. Ну ладно. Все, поехали дальше. Time for your physical. Все, вот все. Рейнджер разогрелся. Не убивайте меня, пожалуйста. Какое плохое зло вам сделал? Да ладно, на таком расстоянии? Я заблокировал это все. Да что? Fuck you. Я опять не серьезно. О, что? Я думал, в меня попало. Слеза. Там должен была быть броня, но ее не было. Где броня? Я что-то не то нажал. Там бы, скорее всего, смог бы. Блин, рыжий такой крутой. И он меня еще спрашивал, типа, о, как тебе, что-то там. Научи меня играть, Рэнджи, я не умею играть. Просто убьем. Окей, у меня есть здоровье. Здоровье есть. Кто там? Валентайн? Я думал, я спрячусь под этим... как это называется? Но! На камбэк можете не рассчитывать. Gentlemen and ladies, is a shot. Да ладно, это... Вот опять, ну что это было? За что мне это страдание? Но! Как ты тут все защищаться? Сейчас какой-нибудь опять пересед будет. Я даже не знаю, буду знать, какой он стан. А, нет, все, тоже не будет понятно.
Даже DLC не понадобится. Ага. Okay, шанс. А? Так можно было? Все. Что делать? У меня там даже нету времени начаржить броню. Рейнджер, помоги мне. Все. Как раньше это делать? Заставьте меня кто-нибудь сидеть в тренировке. Прикуйте меня к батарее, чтобы я там сидел и тренился. Это было ужасно. Так. Ну что? Сейчас я выставлю все результаты, переключу сцены. Это все. 3-0 же, правильно? Да, 3-0. Как я и предсказывал. Well played. Да, good games. Ну что, заканчиваем турнир и смотрим на результаты. Так, 5-е место делят между собой сэр Сквигли и... Так, давайте я сейчас это выведу. Ну, Firefox'у. Оп. Вот они результаты. 5-е место делят Sir Squiggly и Blue Firefox. На 4-м месте PX. На 3-м Max Damage. На 2-м я. И на 1-м Ranger без единого поражения. Поздравляю. Очень здорово. Играл прям шикарно. Всех победил. Заслуженное 1-е место. Но очень напряженные матчи были. Остальные тоже здорово играли. Много интересных моментов сегодня было. Очень весело. Ну что, думаю, на этом все заканчиваем. Еще раз напоминаю, что мы планируем с итальянцами очередной турнир устраивать, как в прошлый раз. Собственно, мы... это будет наш третий турнир. В первых двух мы победили. Вот в третьем теперь все под вопросом. Итальянцы хорошо поднялись, насколько я знаю, за последнее время. У них 10 человек, у нас 6 пока. Поэтому, если кто-то хочет записаться, то в событиях есть табличка, куда вы просто можете писать свое имя. Вот, как-то так. Ну что, стрим тогда завершается на этом. Давайте посмотрим, смогу ли вас кому-нибудь перенаправить. По-моему, там сейчас нет никого, некого, к сожалению, рейдить. Ну и фиксим тогда. Что насчет Wi-Fi? Будем считать, что этого правила уже нет. Я его поменяю. Потому что, в принципе, уже какой-то разницы нет. В том плане, что у нас топ-16, в принципе, это одни и те же люди. Их, наверное, всего и 16 человек и будет в финальном турнире. Ну ладно. До встречи тогда в следующем месяце. В том плане, что... наш следующий раунд пройдет в каких-нибудь там 25-х числах, когда будет следующий раз.
А нет, 28-29, скорее всего, будет августа. Следите за новостями. Я все еще планирую какие-нибудь обычные стримы делать. Посмотрим. Посмотрим. Насчет итальянцев тут сказать не могу. Можешь проверить с ними соединение, зайти в европейский дискорд там. С Бектони поиграть, с Хайликом. Или вообще в итальянский дискорд заглянуть. Если соединение хорошее, почему бы и нет? Как бы я не вижу ничего плохого. Как бы у турнира с итальянцами там каких-то ограничений нет. Wi-Fi норма. Не за что. Давайте тогда на этом заканчиваем. Ждите новостей. Все как обычно. Всем спасибо. Всем хорошего дня. Или хорошего вечера. Хорошего времени суток. Пока.